Лерочка? Лера? Лер? Лер? Лера? Ну, девочка у нас практически с рождения поступила, где-то в возрасте 2-3 месяцев. Сейчас ей 10 месяцев. А по развитию она вполне соответствует своему возрасту. Лер, иди сюда. Иди ко мне. Не иди сюда. Иди ко мне скорее. Лерунь, давай попробуем так. Так. Идем скорее, идем, Лерочка, идем. Идем, моя красавица, идем, идем. Идем, 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 идем. Вот, пожалуйста. Давай, пошли, пошли, пошли. Опа. Вот, пожалуйста. Вот она. Вот, пожалуйста. Она скоро ходить начнет. Не бойся, не бойся. Ты молодец какая. Идем. Не пойдем. Идем сюда, ко мне идем. Да, что ж это все интересное, да? Но она уже вдоль манежа вот ходит и отпускает ручки, ходит. Девочка, вот видите, какая красивая, красивая, скромная. А она встает на ножки, она передвигается вдоль манежа, она играет хорошо с игрушками, она хорошо занимается. То есть все то, что положено ребенку знать и уметь в 10 месяцев, она это умеет. Ну, идем. Лерочка. Ай, падает оттуда. Держи. Лерочка, иди сюда, мой золотой. Идем сюда. Идем сюда, мой золотой. Идем, 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 идем. Ой, сломалась. Ух ты, это что-нибудь. Так. Ага. Кушает она с ложечки хорошо, пьет из бокальчика. Кушать она, ну так, аппетит у нас хороший. Очень общительная, ласковая. Да? Леруня, Лерунь, сюда повернись. Вот. Она тут восточных кровей какая-то, да? Да. Да. Да? Ну, очень красивая. Да. Очень, очень красивая и очень умная. Давай ручку сюда. Оп. Вторую сюда. Вот так. Так, открываем ручку. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно, да, Лерун? Да. Покажи.
Очень красивая и очень умная. И хочу к маме с папой. Хочу, да? Лерочка, хочешь к маме? Да. Ну, Сянка, ты хорошая.